30 августа, 30 июля 2016 года. Маленький клип по Малинке Полана. Значит, цель клипа — показать потенциал высокоурожайных современных сортов малины с целью промышленного их выращивания. Вот, кто не верит моим данным по урожайности с гектара, может посмотреть на вот этот куст, которому уже 3 года, может посмотреть на этот куст и убедиться, какой потенциал современных сортов малины. Вот это польская селекция, уже она относительно не новая, но вот такая вот, все равно она проверенная и замечательная. Вот смотрим, сколько ягод этот куст может нам принести. Ну, я думаю, этот куст нам принесет пару килограмм, так точно. Но этот кустик всего лишь занимает вот какой-то маленький пятачок земли. Если бы не подвязка шнуром, то куст просто бы от тяжести ягод он бы упал. Вот другой какой-то сорт. Тут чуть поменьше, но вот посмотрите, латералы боковые. Вот боковые латералы, сколько дают ягоды. Есть сорта, которые на верхушках основной урожай сосредотачивают. А этот сорт, видите, дает именно на латералах, причем плодоношение растянуто во времени. Если тут уже ягода готова к съему, то на латералах она будет готова где-то через неделю. То есть мы имеем постоянный конвейер ягодной продукции. И вот еще, не могу не показать красивейшие ягоды. Красивейшие. И сейчас пойдем посмотрим английскую химботоп. Химботоп вообще бомбезная ягода. Очень большая, ну просто... Просто вот гигантская ягода. Вот, смотрите, какая шикарная ягода. И сколько вот еще завязи, латералов. Вот она чуть в удалении. Вот такая вот чудо-ягода. Вот завязь. Вот стебель упал под тяжестью. Вот она еще зреет у нас. Вот такие вот чудо и чудес ягоды, ну, не могут не радовать, в общем-то. Ну вот, спасибо за внимание. Смотрите, изучайте, делайте выводы. И всегда вам рады. Спасибо за внимание.